Школа номер 27 – это единственное учебное заведение в поселке Любимовка. 24 октября она отметила вековой юбилей. За это время в истории школы многое менялось. Поначалу учебное заведение размещалось в здании старого кирпичного завода. Затем на территории 30-й бронебашенной батареи. Только в 1961 году школа номер 27 переместилась в Любимовку, тогда же открыв 8 классов. В 2007 построили новое здание, пристройку. Она стала средней школой. И необходимо было уже расшириться. В этом здании находятся все учебные кабинеты, а в четырехэтажном здании 61 года у нас размещается начальная школа. Наша школа со славной историей. Конечно, я хочу сказать, что школа – это дом, который строим все мы, потому что школа – это прежде всего ученики. Школу с вековыми традициями многие любя называют семейной. Здесь учатся целыми поколениями. А 13 выпускников школы теперь составляют треть педагогического коллектива. Кроме того, что это школа, это еще и семейный дом, я бы сказала. Потому что в этой школе начинали учиться моя мама в 1947 году, сразу после войны, послевоенные годы. Она была, конечно, в другом здании. Все ее братья, потом училась я. И первая моя школа, в которую я пришла работать, была тоже школа номер 27. Ирина Сорокина работала здесь учителем музыки. О школьных годах у нее остались лишь приятные воспоминания. Она признается, то время подарило ей целое море впечатлений. Когда я училась в школе, это был очень дружный коллектив. Мы были единая семья. У нас было очень высоко поставлено патриотическое воспитание, спортивное воспитание. Первая наша команда по баскетболу занимала всегда первые места по городу. Было очень здорово и интересно жить. Рядом море. Мы ходили на море сдавать плавание. Каждый сентябрь – это обязательно для нашей школы. Школа номер 27 – это действительно второй дом для всех, кто бывал в ее стенах. Сейчас в учреждении числится более 500 ребят. Любовь к учебному заведению им прививает с детства. Я в школе учусь с первого класса. Вот до этого еще учился здесь мой старший брат. В школу я еще пришел, до того, как сюда пришел первоклассником. Я участвовал в конкурсе чтецов, когда мне было 5 лет. Вот. За все время, которое я провел в школе, я узнал много нового, интересного, нашел много новых друзей и, главное, нашел себя. Торжества по случаю юбилея продолжались целый месяц. За это время школьники принимали участие в викторинах, праздничных линейках и экскурсиях. Завершал череду торжеств концерт, на котором помимо выступления детских коллективов прошло награждение лучших учителей благодарственными письмами. Ровно 100 лет. Это всего лишь один век. Одна человеческая жизнь. Человеческая жизнь не бывает безмятежной. В жизни школы было все. Были и сложности, и испытания, и становления. И, конечно, тяжелые годы Великой Отечественной войны, послевоенные лихолетия, восстановления. Но школа крепко стоит на ногах. Пережила все испытания, которые даются человеку. Самое главное, что сохранено в школе, это, конечно же, традиции. За 100 лет школа номер 27 открыла двери для тысяч севастопольцев, каждым из которых гордятся ее учителя. Выпускники приходят сюда и спустя много лет, приводят своих детей и продолжают чтить традиции. Мария Легина, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.